Зима пока не сдается. В Одессу возвращается плохая погода. Как сообщили синоптики, с завтрашнего дня на территории Одессы и региона ожидается существенное ухудшение погодных условий. В пятницу после обеда возможен мокрый снег, метель и гололед. Порывы северо-восточного ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура хоть и снизится, но холоднее 1 градуса не будет. Вечером же возможны заморозки. В субботу осадки прекратятся, но температура упадет до 7 градусов мороза. А вот в воскресенье, к счастью, немного потеплеет, до +2.